Авак! Авак! Откуда взялись эти черные? Хорошо бы сейчас шашлычка. А мне спать охота. А правда, что у черных овец мясо вкуснее? Ишхан, а сколько всего государств на белом свете, а? Ну, во-первых, мы, Германия, кто еще? Турция, Америка, Франция. Ну, еще Австрия, Венгрия, Чехия. Индия штук 100 наберется. Но самое главное, это мы и Америка, да? Австрия. Нет, мы с Америкой самое главное. Австрия маленькая страна. А маленьким легче, они всегда в стороне. Вот мне нас и жалко, а еще больше Америку. У нас тишина, покой. А там Кеннеди убили. Сначала одного, потом другого. Сами разберутся. Вечер добрый. Добрый вечер. Добрый вечер. Чем ужинать будем? Мацун есть, мацун поедим. Ничего, и шашлычком не подавишься. Если он что и не так делал, сняли бы его, назначили бы другого. А то взяли да убили человека. Разве так поступают? Видно, судьба такая. Павле, Павле тебе за 5 минут овцу разделает. Не разделает. Да я своими глазами видел. Как насчет 5 минут? Не морочь голову. Тут к нам сегодня какие-то черные овцы приблудились. Я сначала хотел их отогнать, а потом, думаю, волк задерет. И как раз Андро все еще свои шампуры не забрал. Так и быть. Тарас, шампуры. Вани, разводи огонь. Соко, принеси воды. Вот привязался. У кого аппетита нет? Поднимите руку. Да не тяни ты душу, режь. На. Все равно бы их волки задрали. А у кого самый большой аппетит? Нет, подожди, Изавен, так просто нельзя. А стихи где же? Алеппо. Алеппо.
А, помню как-то в Алеппо. Алеппо, Алеппо, Алеппо. Помню как-то раз в Алеппо. Злой турок бил венецианца и поносил республику. Схватил за горло я обрезанного пса и поразил его. Вот так. Алеппо, Алеппо, Алеппо. Алеппо. По-моему, это где-то в Польше, недалеко от Лодзи. Нет, Алеппо это в Аравии. Он в той стороне. Может и так. А полячки красивые. Ты-то почем знаешь? Всем известно, что они красивые. Не говорите о женщинах при Аварии. Это больное место. Ривас, ты что тут делаешь? Я? Зачем пожаловал? Шашлыка поесть. Хорошие 5 минут. Целый час дожидаемся. И что, это все? Приходи завтра, опять угостим. У нас еще 2 овцы есть. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Что? Я овец потерял, 4 черные овцы, весь день ищу. Вам случайно не попадались? У каждой левое ухо надрезано. 3 матки и 1 баран. Местной породы? Местной. 2 4-летки, а 2 по 2 года. 3 матки и 1 баран. Что? Овец, говорю, потерял, не видели? 3 матки и 1 баран. 3 матки и 1 баран. Что? Овец потерял, целый день ищу, вам случайно не попадались? Громче говори! Говорю, овец потерял, слышишь? Теперь слышу. 4 черные овцы, слышишь? Что потерял? Овец человек потерял, ты что, не понимаешь? Да, а как ты думаешь, что ты только что ел? Надо позвать его. Позвать? Ага. А, Ривас, иди сюда. Иди. Скажи, может, ты голодный остался? Нет, почему? Я сытый. Значит, ты доволен. Мы тоже наелись. Я овец потерял, весь день ищу, измучился. Слушай, а для чего тебе овцы? Только лишние заботы. Ривас. А может, это
Мы твоих овец съели, а? Вы съели моих овец? Откуда мы могли знать, что это твои овцы? Ты уж извини, так получилось. Нет уж, извините, вы просто украли моих овец. О, украли. Что же мы воры, по-твоему? Ты все-таки думай, что говоришь. А то и по шее получишь. Мне по шее? Моих овец прирезали и сожрали. И после этого мне же еще и угрожаете. Не обращай внимания. Ты что, Павли не знаешь? Ну, хотя бы соврали, что темно было, не заметили. А то, по-вашему, выходит, что я еще и виноват. Ладно, не читай нам лекции, иди своей дорогой. Слушай, Отелло, зачем так? Человек с нами по-хорошему, никаких претензий. Ты что хочешь, чтобы он рассердился? Вот, получай деньги за своих овец и уходи. Да что вы за люди, не понимаю. Подождите, подождите. Иди, Ривас, иди. Если тебе так не нравится, давай начнем все сначала. Согласен? А? Ты уходи и опять кричи. Где мои овцы? А мы тебе ответим, что мы их не видели. Иди, Отелло. Ищи. Успокойся. Свет большой, может, ты найдешь. Уходи, тебя здесь нет. Ты ни при чем. Как это ни при чем? Ладно, Отелло, иди. Без тебя разберемся. Не обращай на него внимания. Послушай, что я скажу. Ну, съели мы твоих овец. Так уж получилось, но не все же съели, две еще остались. Разрешишь, мы этих прирежем. А деньги за овец ты уже получил, так иди с Богом, иди. Ривас, ты на нас не обижайся, не надо. Осенью мы тебе еще и меда, и пшеницы для детей дадим. Черные овцы? Нет. Черных у меня не было. А овцы это что такое? Бэ. А, вспомнил. Нет, у меня их не было. Это у моего прадедушки были овцы. Ты что, сдурел? Помолчите. Я же механизатор, тракторист, на комбайне работаю, понятно? А овец я и знать не знаю. А что мне овцы? Ни к чему. Но если у вас не было овец, гражданин Ривас, то почему ваша жена заявила о пропаже овец? Эта женщина ваша жена? Нет. Первый раз вижу. Не было у меня никакой жены. Откуда она взялась? А кто же ее муж тогда? Откуда мне знать? И чего ты ко мне привязался? Может, Черчилль? А вам известно, что, давая ложные показания, вы становитесь соучастником преступления? Ну, вот что. Были у меня овцы, я их продал, и все. Добрый день. День добрый. Здравствуйте, товарищ лейтенант. Товарищу лейтенанту. Добро пожаловать. Здравствуйте. Товарищ лейтенант. Да. А вы нас не снимете? Можно. Почему же?
Снимет. Идите, что, пошли. Ну, подвиньте, подходите, ребята, поближе. А я здесь. Еще разок. А я глаза закрыл. Далеко собрались, товарищ лейтенант. В горы иду. Там ваши пастухи каких-то овец прирезали. Это они умеют, товарищ лейтенант. Не пастухи, а головорезы. Вы с ними поосторожнее, они человека прирезать могут. Пошел искать вчерашний день. Пусть ищет. А ты что стоишь, смотришь? А что мне делать? Непонятно. В дуду дудеть. Давай, помоги. За голову держи. А длиннее веревки нет? Есть. Где? Где? У меня в кармане. Длинной веревкой было бы легче. Неужели? Бревно вот хотел отвезти, а он вдруг встал и не с места. Отравился он у меня. Ну ничего, ничего. Сейчас я тебя вылечу. Ну как, помощник, удержишь? Попробую. Ой, я сейчас. Стоп, стоп. А чем это он отравился? Да черт его знает. Нажрался какой-то дряни. Жизнь ему, видишь, надоела. Вот и решил подохнуть. Это для тебя, а то не удержишь. Сейчас ему легче станет. Ты Ишхан или Авак? Крепче держи. Потерпи, дорогой. Ну вот и все. Ишхан я. Овец вы зарезали? А кто же еще? Это Ревазовских? Ревазовских. Он что, заявил на нас? Не имеет значения. А ты уж сразу и явился. А в общем-то, это даже хорошо, что ты явился. А то как бы я один с быком управился. Одному бабу и то не поварить. Так что мне повезло. Теперь можно считать, что этот бык подарок от милиции село Антарамедж. Значит, газы из него выйдут по этой трубочке. Конечно. Ну, а теперь как же? Ты о чем это?
Раз твой бык вышел из строя, заболел, как же ты бревно потащишь? А мы-то с тобой на что? Два здоровых мужика. А ярмо, а цепь? А быков оставляешь? А что с ними случится? Украсть могут. Вот овец же у Реваза украли. Да никто их не крал. Они сами к нам приблудились. Я их прирезал, мы их съели. Ревазу мы за них денег дали, и он ушел. Может, он считает, что мы ему мало дали? Так это, знаешь... Я могу сказать, что мой топор стоит килограмм золота. А ты поверишь? А сколько он хотел? Он своих овец хотел. Но овец же уже не было. Вот то-то и оно. Ишхан, сколько у тебя детей? Четверо. Старший в городе живет. В газете работает. Бумагу переводит. Очень у нас государство доброе. За все деньги платит. Ишхан, что же теперь будет? О чем это ты? Ну, как дальше быть? А дальше бревно надо дотащить. Говорят, ящур идет. Хорошо бы дожди пошли. Сено испортится. Твой сын сколько получает? В городе, знаешь как, сколько не получай, все мало. Мой парень, если бы не пил, хватало бы. В городе живет, что там еще делать? И чего только в мире нет. И моря, и горы, и вода, и огонь, и женщины, и тучи, и звезды, и облака. И кто все это сотворил? Огонь горит, горы стоят, а луна с землей вертится. Тоже мне философ нашелся. Хватит, ребята. Спать пора. Нет, слушайте, сейчас мы все в сборе. Давайте спросим у этого человека, зачем он к нам пожаловал. Кто, товарищ лейтенант? Угу. Товарищ лейтенант, ты человек городской. Ответь мне на один вопрос. Ответишь овцу, тебя зарежу, самую молоденькую. В каком году было путешествие Колумба? Ну, чего захотел? Даже я этого не знаю, откуда же лейтенант узнает. Он пришел из-за овец. Ревазовских? Ревазовских. Это Реваз, которому мы деньги дали? А можно подумать, что у нас есть другой Реваз. И чего же ты хочешь, лейтенант? Давайте, пока мы тут все, решим это дело. Человек специально из города пришел. А чего решать? Мы за овец заплатили. Он правильно говорит. Мы Ревазу заплатили. Даже по городской цене посчитали. А тебя кто спрашивает? Ты что не в свое дело лезешь? Но ведь я тоже мясо ел. И даже одну овцу сам прирезал. А сколько всего было этих овец? Одна и была. Чего ты путаешь? Одну ты прирезал, другую? Не ты прирезал другую, Павле. Павле, ты в это дело не впутывай. У него пятеро детей. Да я просто вспоминаю, как это было, и все. Павле вторую прирезал. Он лучше всех за 5 минут это делает. А я, по-твоему, плохо? Жаль, что я сейчас устал, а то бы я вам показал, как за 3 минуты овцу разделывают. Это ты бы показал? Да ты за 3 минуты не то, что овцу разделать. Ты и штанов себе снять не успеешь. Что вы за люди, не понимаю. Человек устал, измучился. А вы ему голову морочите. Ведь все же ясно. Было 4 овцы, 2 мы прирезали. А 2 на потом оставили. Так надо ему так и объяснить, устал же он. А с чего это ему было устать? Бревно со мной тащил. А быки куда делись? А, отравился мой бык, пришлось ему брюхо проткнуть. А что ж ты ветеринара не позвал? Да где мне его искать? Вот это коса, а это сено. Коров кормят сеном, и они дают молоко.
И ты пьешь его каждое утро. Вырастешь большой, здоровый и пойдешь в школу. Да? Да. Ну вот, смотри. А. Это ты. Ты. Трава. Трава. Ух ты. Но они друг на друга не жаловались. И я ушел. А после твоего ухода, возможно, они снова подрались. Ну так вот, дорогой, садись и слушай. Расскажу я тебе одну историю. Сам это дело вел. Муж с женой прожили вместе 20 лет. Жили, как говорится, душа в душу, и дети у них были. Муж, правда, любил немного выпить. Вот однажды не хватило ему денег на выпивку. Взял он кольцо жены и пропил. Взял кольцо своей собственной жены. Сам его когда-то ей подарил. Обручальное кольцо это было. Но как ты думаешь, где он сейчас? Где? В трудовой колонии. Срок отбывает. А ты спроси, почему? Почему? Да потому что если он сейчас мог взять кольцо у жены, то в дальнейшем мог бы взять еще что-нибудь, пальто, например, или другие вещи. А когда бы из дома тащить было уже нечего, он бы кольцо моей жены украл, потом твоей жены, а потом бы и в карман государства залез. То есть большое преступление начинается с малого. И пресекать его надо в самом начале, как говорится, в зародыше. Ясно? Ясно, товарищ капитан. Вот теперь и думай.
Эй, хозяйка, где председатель, не знаете? Где же ему быть? В поле он. Что же мне делать? Что-нибудь случилось? Надо пастухов вызвать с гор. Вам что, нужно их видеть? Да. Ой. Так что случилось? Если нужно, я позову их. Но в чем дело? Поговорить с ними надо. А что такое? Чужих овец зарезали. Кто? Авак, Ишхан, Павлей и Завен. И вы из-за этого шли в такую даль. Я уже даже и забыл, когда я заходил в сельсовет. Тебя что, пчела укусила? Да, слегка. Пожаловался ли вас? Это не важно. Не мог он на нас пожаловаться, мы же свои люди. Свои-то свои. Но ты вот послушай, я тебе расскажу одну историю. Было это в городе. Я сам вел это дело. Муж с женой жили вместе почти 20 лет. Душа в душу жили, и дети у них были. Муж, правда, любил немного выпить. Не было у него как-то денег. И взял он кольцо жены. Своей жены. Выходит, даже свое кольцо, ведь он сам его когда-то ей подарил. Спрашивается, должны ли мы были вмешиваться в это дело? Оказывается, должны. И отсиживает теперь этот человек свой срок в трудовой колонии. Тяжелый случай. А ты думал? А может, у Реваза вообще не было никаких овец, и значит, мы никого не резали? Нет, дорогой, во всех протоколах, начиная с сельсоветских и кончая организацией Объединенных Наций, записано, что у Реваза Мовсесяна было 4 черных овцы, а теперь их у него нет. Но ведь и по-другому тоже могло быть. Как? Овцы у Реваза были, но к нам они не заходили. Как же вы их тогда зарезали? Кого это мы зарезали? Овец. Каких овец? Тех самых, которых вы съели. Кого это мы съели? Овец, вас было 20 человек. Каких 20 человек? Ну, хватит валять дурака, Ишхан. Если там было 20 человек, чего ж ты меня одного вызвал? Овцы забрели в твое стадо. И ты их прирезал, так? Не знаю, о чем ты говоришь. Просто понятия не имею. Ага. А если экспертиза установит? Кто установит? Экспертиза. Ба, подумаешь, напугал. Слушай, ну чего ты хочешь? Мы же за этих овец деньги заплатили. Мне нужно знать все подробности. Ничего я не знаю. Сидеть! На кого это ты кричишь? На тебя. 40 человек еле отвечать, я один должен. Ты зачинщик. Я в горах был, верно? И когда град шел, я в горах был, верно? И когда овцы к нам забрели, я тоже там был. А тебя там не было, верно? А когда зарезали, ты явился. Чего же ты раньше-то не шел? А? Пришел бы и запретил нам резать. О чем же ты раньше думал? Значит, все-таки зарезали. А что на них любоваться? Пришел бы и запретил. Тебя же там не было. Кто из вас резал первым? Я, первый я. Так, кто резал вторым? Я, один я резал. Может, ты и съел все 4 овцы один? Да. Так объелся, что до сих пор тошнит. Да. Ну что ж, если ты все делал один, придется тебе и отвечать за все одному. Эх ты, души у тебя ни капли нет. Ей-богу. Ну, чего же тянуть? Давай подписывай и покончим с этим делом. Ни за что. Пока не побьешь меня, не подпишу. Советская милиция никого не бьет. Мы действуем убеждением, а не силой. Ну, тогда мне здесь делать нечего. Подпиши, иди. А я неграмотный, писать не умею. Вернись! Ты что на меня кричишь? А еще говоришь советский. Я вот советский. А ты какой ты советский? Я овец пасу, шерсть стригу, сено кашу.
И авак советский. Даже жены у него нет. Некогда жену завести. Мы сыр выделываем, масло сбиваем, овец купаем. И чужих овец воруете с твоим советским авагом. Ну, а тебе-то что? Чего ты привязался? Воруешь и советским себя называешь. Ну, а тебе-то какое дело? И потом, что это я украл? Я вообще в тот день в городе был. Вот докажи, что не был. 800 овец я пасу. Вот послушай, как было. Приблудились к нам чужие овцы, мы их прирезали. Ну, разве это воровство? Если бы это было воровство, мы бы потихоньку их продали. А мы не думали их продавать, мы их просто съели. Павле одну зарезал. Значит, Павле первым резал. Да, первую Павле. Так, а дальше? А дальше мы их съели. А вторую зарезал Завен? Кто сказал, что Завен? А, да, верно, Завен. Я про него забыл. Ну, а еще про кого ты забыла? Завен сначала стихи прочитал. Про то, как какой-то турок избил венецианца. Забыл только, где это было. Ну, приблизительно хотя бы. Какой-то город тут неподалеку. Тбилиси? Нет. Может, Берлин? Нет. Париж или Рим? А при чем тут Париж? Какой еще? Рим. Рим, Рим. Ну, бог с ним, неважно. А Авак что там делал? Там каждый что-нибудь делал, разве вспомнишь? Но все же Авак что делал? А ты бы вспомнил? Если бы он делал что-нибудь особенное, конечно. Да что он мог там делать особенного? Да ведь вы зарезали двух чужих овец. Опять сначала. Да ведь хозяин сидел среди нас и вместе с нами ел шашлык. Какие же это чужие овцы? Ну, ладно. Кто еще там был? Да все были. Кто это все? Ну, я и все. Все это Павле, все это Завен, затем Авак, Василь, нет, так? Нет, совсем не так. Все это значит все. Абовян, Асатур Георгиевич. Абовян, Егиш Григорьевич. Год рождения тебе нужно? Нет. Абовян, Арутюн Артаваздович. Абовян, Михаил Георгиевич. Абовян, Вачик Ливонович. Абовян, Манук Александрович. Пиши, пиши, что же. Абовян, Ашот Вагаршакович. Антонян, Ишхан. Это уже я. Ишхан Саакович. Барсигян, Саак Саркисович. Я честно говорю, что было, то было. Ничего не выдумываю. Я ведь тебя уважаю. Барсигян Тарас Вартанович, Бадалян Баграт Матевосович, Брутян Маргар Тигранович, Банаян Асатур Аракелович, Геверкян Вараздат Геворкевич. Мавсисян Ривас, это тебе в придачу. Вот полгода просидишь, может, в конце концов и выяснишь, как 40 человек с Ривазом в придачу съели двух ривазовских овец, а еще на двух можем и тебя пригласить. Что ж, прекрасно. Если понадобится, могу и полгода просидеть, но все-таки докажу, что вы чужих овец прирезали. Кто это мы? Опять ты за свое. Кто вы? Ну что ж, могу перечислить. Ты держал первую, Авак резал, Завен держал вторую, Павле резал. Вот уже четверо. Четверо виновных. Все остальные могут продолжать работать, а вас отдадим под суд. Как же это? Павле резал Тарос, шампуры держал, Саак воду грел с соко, за солью ходил, Василь деньги давал, Ване огонь разводил, я ел, и все ели, Ревас тоже ел. Но овцы в твою отару забрели, и первую держал ты, а Авак резал. Вторую держал Завен, а Павле резал. Саак ел и соко ел за троих, а Ревас только съел, что даже заболел. Ну, резали овец Авак и Павле. Смешной ты человек. Если Павле режет лучше всех, зачем же это кому-то другому делать? Резали твоим ножом? Тьфу, просто противно, ей-богу. Ну, подумай. Умная голова. Твоим ножом, что ли, было резать? Ты ведь в городе был. Этим вот ножом резали, потому что пистолета у нас не было. Давай, что тут тебе подписать?
что натворила глупая. Взяла и умерла. А как я буду один? А? Эх ты. Куда же ключ девался? А вы что бездельничаете? Ишхан, спину мне потрешь? Человек ждет, неудобно. Какой человек? Лейтенант. Конечно, неудобно. Подождал бы до вечера, моя жена тебя бы помыла. Давай, три покрепче. А, вот так. Что он за человек? Ишхан, Ишхан, сделай доброе дело. Найди для этого дома хозяйку. Уже целый год сиротой живу. Что ты делаешь? Вода же холодная. Входи, входи, товарищ лейтенант. Как хорошо, что ты меня вызвал с гор. А то когда бы я еще выкупался... Вода кончилась. Щекотно? Еще, еще. Это тебе не годится, Авак. Надо постарше найти. И бездетная у нее двое детей. Бери лучше Айкануш, если она зятьев не постесняется. А если Айкануш мне детей народит? 50 лет женщине, она уже вряд ли родит. А уж больно она худая. Никак ему не угодишь, и чтоб хозяйка была, и чтоб детей не было, и чтоб все при ней было. А той, что ты говорил, сколько лет? Той, что с двумя детьми? Точно я не знаю, но думаю, что не больше 30. А Вагу уже 56. Ну и ничего страшного. За границей только так и женится. Там, знаете как, 20-летняя девушка выходит за 60-летнего. Ну, это уже стыдно. В три раза старше. Если невеста из чужого села, не стыдно. Нет, все равно, на молодой жениться нельзя. Сразу детей народит, а куда ему теперь дети? Ну, тогда я вот что предлагаю. Что?
В городе у нас есть очень подходящая для тебя невеста. Ага. В сберкассе работает, симпатичная. 2 года как овдовела, а детей у нее никогда не было. А. Я тебя посватаю. Вот только ваше дело закончу. Какое дело? О пропаже овец. А, так ты, значит, воров ищешь. Он уже все нашел. Слушайте, вода же остынет. Ну! Товарищ лейтенант, большое тебе спасибо. Вот когда я тебя женю, тогда и будешь благодарить, а сейчас не за что. Дело вот только закончим. Это насчет овец? Насчет овец. Ревазовских? Ревазовских. Ишкан тебя уже, конечно, подучил, как отвечать. Что ты ничего не знаешь, ничего не видел. А своей головы у меня нет. Не думайте, я вас уже раскусил. Ишкан, ты выйди. Порядок такой. Каждого полагается допрашивать отдельно. Так ты что, сейчас будешь допрашивать? Конечно, я затем и пришел. Только, пожалуйста, не ложись, уснешь. Не усну, не бойся, полежу так, устал я. Фамилия, имя, отчество. Ованесян Аваков Сепович. Верно. Пастух, холостой, 58 лет. Ты был в тот день на месте происшествия? О чем это ты? Ну, овец когда прирезали. Это я их прирезал. Так, а кто тебя уговорил это сделать? Я сам решил их зарезать. А ели все? Расскажи подробно, как все это было. А как это подробно? Ну, все по порядку. Откуда эти овцы взялись, сколько их было, кто первый их заметил, кто был за то, чтобы их зарезать, а кто был против, кто резал, кто держал. Ну, в общем, рассказывай по порядку все, как было. Ты что, спать собрался? Овец Реваза зарезал я, ели все. Ревазу мы дали денег, он взял их и ушел. Ну, ладно. Я буду задавать тебе вопрос. Что ты в тот день делал? Овец пас. А точнее? Пас овец. Я тебе напомню. Вы с Ишканом купали овец. А мы их и купаем, и стрижем, мы их и доить умеем. Значит, купали. А что было потом? Я зарезал овец Реваза, мы их съели. Ревазу деньги дали, и он ушел. Значит так, ты прирезал одну овцу, а другую прирезал Павле, верно? Когда ты резал, держал Ишхан. А когда Павле резал, Завын держал, да? Павле лучше всех режет, поэтому он и резал. А помогал ему Ишхан? Может, Ишхан. Дальше. Мы ему заплатили, и он ушел. Когда Павле резал, Завын что-то говорил. Стихи читал? Кто? Отелло? Что он читал? Кто? Завын. А, про Алеппо. А дальше? А дальше? Кошка окатилась.
делать нечего человеку. Спускайся! Тебя лейтенант зовет! Лейтенант зовет, слышишь? Хорошо, сейчас приду. Да слышу я, слышу! О, входи, входи, Завен. И моря, и горы, и солнце, и земля, и радости, и горе, все это для тебя. Вот закончим это дело, такой пир закатим, какого в ваших горах и не видывали. Всех ребят соберем. С музыкой, с плясками, чтобы на всю жизнь запомнилось. А пить вы умеете? Не беспокойся, смотри, как получается. Ты представляешь, и мы, и солнце, и шашлык на природе. А в городе что, негде? Так на лоне природы среди зелени приятнее. Садись. Скажи, ты правда какие-то стихи читал, когда овец резал? А что? Ну так. Ну, читал. А про что стихи? Неважно. Ну как же. Для меня это важно, ведь ты их читал, когда резал ревазовских овец. Ну, не твоих же. Так я же расследую это дело, ты разве не знаешь? Ревас что, нажаловался? Это не важно, но у него пропали овцы, и я их ищу. Он сам искал своих овец и нашел. На шампурах. А если бы их волк задрал? Конечно, с волка какой спрос? А вот вам придется отвечать. Мы с Ревазом 100 пудов соли съели, а ты с ним только сейчас познакомился. У тебя грязь на плече. Какая же это грязь? Эх ты, грязь от навоза отличить не можешь. Конечно, я человек городской, но я уважаю вас и ваш труд. А ты, говорят, даже в университет собирался? Как хорошо, что ты любишь стихи, читаешь их своим друзьям. Ну, конечно, я понимаю, что вы с Ревазом свои люди. На одной земле живете, из одного родника воду пьете. Все у вас общее. Но, тем не менее, есть тут одно обстоятельство. Вот был такой случай. Муж с женой прожили вместе 20 лет. И было у них 4 детей. Муж иногда любил немного выпить. И вот однажды не было у него денег. Взял он кольцо своей жены, конечно, потихоньку. И пропил. Жена его, и кольцо его. Верно. Однако следствием было доказано, что он совершил кражу. И как ты думаешь, где он сейчас? В трудовой колонии срок отбывает. Несмотря на то, что он взял кольцо своей собственной жены. Так все-таки, какие же ты тогда стихи читал? Ну, перед тем, как овцу зарезать, не помнишь? Ты их сам сочинил. Это твое дело сочинять. Ну, хватит, надоело мне это. Сыт по горло я всей этой вашей историей. Делайте, что хотите, перережьте хоть все стадо, мне наплевать. Пьяницу какого-то придумал. Кольцо жены, видите ли, пропил, тоже пример нашел. Как ты разговариваешь? Распустились тут совсем. Ну так что? Все, конец. С меня достаточно. Благодарю тебя за помощь. Спасибо. Пожалуйста, не стоит. А вот почему вас не видно, когда овцы ягнятся? Ну хватит. Я с тобой разговор закончил. Закончил, так и нечего здесь торчать. Уходи из нашего села. Из нашего села. Что село? Твое собственное? Да нет, где уж нам. И город твой, и село твое, все мы тоже твои. Да на что вы мне сдались? Добро какое. Воры вы самые настоящие. Если еще раз скажешь это слово... Какое слово? Воры. А как прикажешь вас называть? Овец-то вы украли. Подумаешь, важность какая. Делать вам нечего. Одну овцу зарезали, а сколько шума? Двух. Ну, двух. Двух зарезали, еще двух собираемся. А, с вас станется. Да плевать мне на этих овец. Я осенью в университет поступлю. О, конечно. Тебе это необходимо. Стихи декламировать научишься как следует. Книжек всяких начитаешься. И будешь резать чужих овец по всем правилам науки. Ха, конечно, буду резать. А как же? Тебя не спрошу.
Ты своим делом занимайся. Может, мне тебя спрашивать, что делать? Твое дело пьяниц ловить, кольца искать. Замолчи, а то как встану сейчас. А если я встану? Почему не являешься, когда тебя вызывают? Ты почему не являешься, когда тебя вызывают, а? Я же тебя вызывал. Ты почему не соизволил явиться? Почему не являешься, когда тебя вызывают? Зачем ты косу сломал? Тружеником прикидываешься. Зачем сломал косу? Ты почему не являешься, когда тебя вызывают? Кончил бы работу, явился. А ты заткнись! Нашелся заступник! Он тебе в отцы годится, а ты на него кричишь. Ишь ты, какой вежливый. Отвечай, почему ты не являешься, когда тебя вызывают? Нашелся министр! Персональной машины дожидаешься? Ходить уже разучился? Косил я, кончил бы и пришел. А я должен был тебя ждать. Ну и подождал бы, ничего бы с тобой не случилось. Ах ты, скотина. Ничего, Павле, не надо. Да я тебе, пусти меня. Павле, пустите меня. Я ему покажу. Да не мешайте мне. Пусти. Павле, успокойся. Да не держите вы меня. Дядя Адам, пусти. И что это за люди? Ни стыда у них, ни совести. Воруют и слово им не скажи. Если бы вы меня не держали, я бы ее двумя пальцами придушил. Не надо, Павле, не надо. А что он накинулся на меня? Подумаешь, не явился я к нему вовремя. Так я же работал. Это он бездельник, шляется тут, делать ему нечего. Да вы на него только взгляните. Разве это мужчины, смотрите, шеи тоньше цыплячьи, а? Зато вы, мужчины, чужих овец воруете. А, он думает, что если у него пистолет, так ему все можно? А вы думаете, что вам можно чужих овец резать? Так на то же и овцы, чтобы их резать. А вот ты что ходишь, пристаешь к людям? Потому что вы воры, воры! Ты кто вор? Я тебе покажу, как оскорблять. Ну что ты, Павле, нельзя так разговаривать с представителем власти. И то он-то представитель власти, этот дармоед. Если сам ни черта делать не умеешь, то хоть другим работать не мешай. Пусти меня. Не надо, ну, Павле. Пустите, обращайте внимание, товарищ старший лейтенант. Отставить! А ты траву косишь. И это все твое дело. Эх. Взяла и померла, нашла время. Что же мне теперь делать? Не отвечаешь. Лежишь себе спокойно. И молчишь. Если новую жену привести, а где такую, как ты, найдешь? И люди смеяться станут. И боюсь, что ты обидишься. Ты с молоду-то обидчива была. А если не привести жену одному жить, то кто же за домом присмотрит? Да и за мной присмотреть надо. Собаку никто не кормил.
Вот она и сдохла. А что сделаешь? Груши гниют, осыпались все. И чистого белья ни одной пары не осталось. А за камень не обижайся. Уже обтесал тебе камень. 600 рублей за него я отдал. Голубой камень. Из ваших краев его привез. А мастер о тебе хорошо вспоминал. В город нас вызвали. Сегодня я в город иду с ребятами. Сколько раз я тебя просил, чтобы мне дочку родила. Сейчас бы она у меня хозяйкой была. А сыновья переженились, уехали. Кто куда, а родной дом забыли. А дочь так бы не сделала. Ну ладно, пойду я. Дело у меня есть, ребята ждут. Когда на Японию бомбу сбросили, тот человек, который бомбу придумал, вот только как его фамилии не помню, ему очень хотелось, чтобы победила его Америка. И вот для этого он и придумал атомную бомбу. Бомбу сбросили на японский город, и Японии пришлось сдаться. Фактически, этот человек и победил Японию, он один. Конечно, ему почет. А через некоторое время ему говорят, что он должен был придумать бомбу более мощную. А почему не придумал? Взяли и отдали его под суд. Это верно, Телло? Да, его судили за то, что сразу водородную бомбу не придумал. Точно. Ну, куда прешь? Наверное, им арестанты нужны, поэтому так и делают. А зачем? Чтобы использовать арестантов на тяжелых работах. Бывают же такие тяжелые работы. Туда и за большие деньги не идут. Вот арестантов и заставляют. А как быть, когда не будет преступлений? Не может быть, чтобы не было преступлений. Не, они всегда будут. У одного жена красивая, а у другого некрасивая. Этому есть хочется, а работать не хочется. У кого-то денег много, а ему еще больше надо. Ну, а теперь возьмем нас и милицию. Мы пастухи, пасем стадо. Как погонишь, так и пойдет. Вот если волк сожрал овцу, он и не думает отказываться. Оставляет следы. Вот тебе кровь, вот тебе рожки да ножки. Ну, а теперь возьмем лейтенанта. Он поймал преступника, а тот говорит, какой я преступник? Я не преступник, а философ. Вот и попробуй докажи. Если на месте преступления поймал, хватай палку и бей подлеца, чтобы живого места не осталось. Тогда посмотрим, как он будет философствовать. А чего это ты вдруг разбушевался? А как же? Вот из города вернемся, такую свадьбу тебе справим. Овец я даю. Еще остались? Штук 15 есть. А ты не округляешь, может, 18? Всего было 30. 4, как известно, пропали. Значит, осталось 42. 3 овцы подарю тебе на свадьбу. Ну что вы, стар я уже жениться. Почему стар за границей только в твоем возрасте и женится? Гррр! А что будем делать с этой собакой? Откуда она взялась? Она всегда со стадом ходит. Старая уже, лет 17 ей, наверное. Хорошая собака. Волка за километр чует. Нюх у нее был необыкновенный какой-то. А сейчас зрение уже плохое, слух тоже ослаб. И зубов почти не осталось. А все-таки... Волка чует. А вот чем, один бог знает.
Оставить бы овец здесь, чтоб попаслись дней 10, чем в город их гнать. Ха. Тонна сена стоит 150 рублей, и 4 овцы стоят 150 рублей, а Павле тонну сена за один день скашивает. Лучше всех Арютовский Ваней косил. За ним было не угнаться. Потом Мативасян Рафик шел. За ним Аваговский Сужен. Я 8-й был. Собаку на это время привяжем в саду у моего брата. Гражданин Ишхан Антонян, признаете ли вы себя виновным в том, что преступно зарезали овец Реваза Мавсисяна? Я? Не торопитесь, отвечайте обдуманно. Тихо, Ишхан думает. Не мешайте. Да, конечно, гражданин судья. Овцы были не мои, это верно, ревазовские. Но вот вы, когда едите мясо, это ваших овец мясо или чужих? Мы платим деньги, покупаем кило-полтора мяса и варим себе обед. Ну и мы на этот раз тоже заплатили деньги. Но, гражданин Антонян, ведь вы заплатили, так сказать, после. Гражданин судья, а вы всегда платите... Наличными. Или случается, что вы иногда берете и... В кредит. И в кредит берете? Мы, когда имеем деньги, едим мясо. Не имеем, не едим. Но в деревне, как обычно, то денег совсем нет, а то сразу много. Вот и бывает, что иногда в кредит зарежут. Я понимаю вас, гражданин Антонян. Но овец гражданина Мавсисяна вы зарезали, как это называется? За наличный расчет. Но прежде чем зарезать овец гражданина Мавсисяна, вы должны были устно или письменно прийти с ним к соглашению на предмет того, что он не возражает, чтобы вы зарезали его овец. А зачем? Я и так знал, что он собирается продать своих овец. Вот и купил их у него в кредит. Гражданин Мавсисян, он знал, что вы собираетесь продать своих овец? И что собираетесь продать их в кредит? Я и правда собирался их продать. Может, даже и в кредит. А вот знал об этом Ишхан или нет, какой же крестьянин не знает, что овцы для продажи и существуют? Гражданин Мавсисян, а вы уверены, что если бы вы не оказались на месте происшествия, они бы вам заплатили деньги? Может, и не заплатили бы. Но если так рассуждать, мало ли что могло бы быть. Если бы, например, Гитлер не родился. Гражданин Антонян. Обвиняемый. Это что же он такого сделал? Обвиняемый Антонян, а если бы гражданин Мавсисян не пришел на место происшествия, вы бы заплатили за овец? Но если бы Ревас не пришел туда, то откуда бы я знал, что это его овцы, и как бы я тогда мог ему заплатить, гражданин судья? Обвиняемый Антонян, а своих собственных овец вы всех знаете? Всех знаю, гражданин судья. А чьих овец вы имеете право резать? Своих. А чьих не имеете права резать? Ревазовских не имею права. Так почему же вы их все-таки зарезали? А вдруг бы это оказались овцы не Реваза, а какого-нибудь научно-исследовательского института, предназначенные для опытов особой важности, им были бы вспрыснуты какие-нибудь бактерии? Просто ребята голодными были. Вот я и зарезал двух овец. Какие там бактерии, институт? Если тебе уж так хотелось ребят накормить, так зарезал бы своих овец. Мои овцы хвостатые, невкусные. У черных овец мясо вкуснее. У Завена жена молодая и красивая, а у тебя уродливая и старая. Так ты к жене Завена в постель залезешь? Скажешь же такое. Я круглый год 500 овец пасу. Что же, я и двух штук зарезать не могу? За твою работу государство тебе платит сколько положено, копейка в копейку. Все время в горах, и в дождь, и в град. За горы тебе отдельная плата идет, высокогорная. От дождя государство тебе бурку выдало. На волка 5% овец списывают, а волк даже и на 0,5% вреда не наносит.
Так что ты за счет волка план перевыполняешь, еще и премию получаешь за это. Премию я за волка, видишь ли, получаю. А ты сюда посмотри. Я своей жизнью рисковал, с медведем дрался. Кто мне за это премию дал? А сколько я овец спас? Знаешь, сколько медведь мог задрать? Все стадо. Если я все стадо спас, так что же я двух овец не мог зарезать? Сам себе в премию. Ну ладно, дорогой, хватит. Никак из тебя обвиняемый не получается. Завен, а ну-ка давай меня суди. Вначале у вас все шло правильно, а сейчас, по-моему, вы запутались. А давайте сначала. Не было у меня никаких овец. Как это не было? Что же выходит, товарищ лейтенант, врет? Нет, мы виноваты, конечно, но наше правительство нас простит. Невелика вина, скажет, и простит. Невелика, говоришь? Как же это невелика? Если к нам забрели овцы, а не целый бык, так значит, и вина невелика. Павле, а если бы ты судьей был, какой бы вынес приговор? 10 лет. Куда хватил? А ты, что ты в этом понимаешь? Молчи уж лучше. Да, лейтенант. Слишком уж ты добренький. Ну что вы, ребята, человек с утра до ночи с законом дело имеет. Товарищ лейтенант, иди ты за судью. Нет, подождите. Теперь я буду судьей. Пусти. Теперь я посужу. Товарищ лейтенант, иди-ка сюда. Ты будешь обвиняемым. Вместо меня будешь. Куда тебе, Павле? Лейтенант тебя переговорит. Пусть лучше Завен судит. Я буду судить тебя, как Павле Давтяна. Сюда садись. Нет, пожалуй, лучше, как дядя Овага. Хорошо. Обвиняемый Овак Аванесян, признаешь ли ты себя виновным? Да, гражданин судья, виноват я. В чем это? Нет, гражданин судья, я виновным себя не признаю. Почему? Вор действует в одиночку или вдвоем с напарником. А бывает, что действует и целой бандой, человек в 15, а то и в 20. Я не думаю, чтобы вы рассматривали нас как банду, потому что мы каждый год поставляем государству 50 тысяч голов выращенных нами овец. Нас было 30 человек. И все 30 ели этих овец. Так может ли быть, чтобы все эти люди, пастухи, косари, скотоводы, совершили воровство? Но про то, что эти овцы чужие, вы только четверо знали. Но ведь Ревас на нас не жаловался. А вы его запугали. Ну, пусть он вам сам скажет, запугивали мы его или нет. Значит, подкупили. Допустим, мы ему 1000 рублей дали. Дайте ему 100 тысяч и спросите, подкупали мы его? Он правды не скажет. И потому, что у вас с ним соседские, дружеские, родственные связи, и потому, что он жалеет вас. Потому, что он наш Ревас. Конечно, поэтому он на вас и не жалуется. Мы не чужих овец ели, а овец нашего Реваза. Это не имеет значения. Овец у него вы все-таки украли. И если мы вас не осудим сейчас, то, возможно, что завтра вы совершите преступление покрупнее. Поэтому вас нужно изолировать. Ну что ж, пожалуйста, изолируйте. И в тюрьме тоже можно неплохо прожить. 3 раза в день кормят, книги дают читать. Ну, насчет тюрьмы суд сам вынесет решение. А тебя спрашивают, признаешь ли ты себя виновным? Признаю. Сажайте меня в тюрьму. За кражу чужих овец ты приговариваешься к расстрелу. Расстрелу. Да потому что наше государство даже врачу платит мало. И пастуху платит мало. Не может оно больше платить. Ему знаешь, сколько требуется денег на все? Страна-то у нас о какая. А ты вместо того, чтобы помочь своему государству, воруешь народное добро. И нет тебе оправдания.
Дождь начинается. Зарядит теперь недели на две. Погибнет сено. А чем зимой скотину кормить будем? Эх, черт побери. Был бы я самым главным судьей. Построил бы коммунизм за два дня. Живите, люди, радуйтесь. Да, зря я своего сына не послал учиться на судью. А почему вы говорите, что скотину кормить нечем будет? Ведь дождь траве полезен. А скошенной траве сену вреден. А что, сгниет сено? Сгниет, конечно. Р-р-р. А мы его гнилое соберем, и план заготовки кормов выполним. А скотина гнилое сено есть не станет. Худеть начнет, околевать. Околевать? Ну, вся, конечно, не околеет. Слава богу, страна у нас большая. У нас дождь идет, а в Сибири или на Украине солнце. Не будет у нас кормов. Я, Ишхан, Завен, запряжем подводы и поедем на станцию и скажем: товарищ государство, дай нам немножко корму, свои же люди. Оно не жадное. Даст нам корму, нате ему, берите. Кормите свою скотину на здоровье. А по-моему, все-таки как-то просить неудобно. Да не в том дело. Государство жалко. Из Сибири корма везут, миллионы тратят. И все из-за того, чтобы свое сено от дождя уберечь не можем. Тырже! Тырже! А думаете, это правильно, что мы вот так овец в город гоним? Во-первых, мы не обязаны продавать овец, мы их разводим. Мы не должны стучаться в дверь и спрашивать, не купите ли вы овец. Наоборот должно быть, чтобы заготовители нас спрашивали, не продадим ли мы овец. А во-вторых, они сами должны погрузить всех овец в машины и за полчаса доставить их на бойню. 830 овец за два дня, 70 километров дороги. Каждая овца за такую дорогу не меньше, чем 2 килограмма потеряет. 830 на 2 выходит 1660. 16 центнеров потери мяса. 16 центнеров это 80 овец. Если кто-нибудь сдаст 80 голов сверх плана, тому звание героя дают. Фотографии в газете печатают. И еще премию 1000 рублей в придачу. А у нас 16 центнеров мяса пропадает, и никому до этого нет никакого дела. Рже! Вот за что судить надо. Они за двух овец тоже дело раздули. Вам-то ничего не будет. Вот мне. Я из-за вас на 3 дня опоздал. Спросят, почему так долго? А я воров через горы вел. Пешком. Почему, спросят, пешком? А им надо было овец в город пригнать, и я с ними шел. Значит, воры перегоняли овец на госзаготовку? Да, перегоняли. Что же это за воры, которым доверяют овец на бойню вести? Антарамеческие! Антарамеческие! Авак с вами! Авак с вами! Авак! Это пастухи из Сахкашата. Да! 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 Идите к нам! Шашлыком угостим! Мы еще от своего шашлыка никак не опомнимся. Спасибо! Мы не можем! Дело у нас! Какое дело? Какое дело? Судебное дело у нас! Судебное дело у нас! Дело у суд нас. Вызываю! А что случилось?
Суд вызывают! Суд вызывают! Суд! А за что? За что? Овец мы украли! Овец мы украли! Овец мы украли! Что вы сделали? Что вы сделали? Кражу совершили! Овец украли!